Так, всем привет! Мы уже приехали в Одессу, взвесились, и я вам сейчас предлагаю посмотреть забавный сюжет о том, как мы проводим время на соревнованиях. Да, ну я возьму, ну что, вы будете его чистить? Никто, а за ним надо же понял, сдуть его надо перед уходом, все красиво сложить, чтобы он не заводил. Кто-то выкинул с окна что-то. Да выкидывают уроды, блин. Шкурку от банана, походу, видел. Да мне кажется, выкидывают все подряд, блин. Да. Так я смотрю, шкурка от банана вылетела. Смотри. Нет, это надо как-то по-другому. Мама Супермена делает. Да, Ай, Супермен! Эй, ноль! Восемьдесят! 90! Пацаны, как вам тут на квартире? Так нормально. Квартира хорошая. Пауки лазят, тараканы, мышки. Пахнет не очень хорошо. Ну да. Там бухарики за стеной. За другой стеной наркоманы живут. Итак, после благополучного взвешивания наш клуб «Кобра» идет на пляж. Покупаемся в море. Вот мы уже почти пришли. Ну и проверим, какая водичка сейчас, как вообще море, хорошее, нет. Сейчас все оценим и вам все расскажем. Ну вот первый день плавательного сезона, так сказать, нашего закончен. Мы покупались в море, все очень классно, я лично доволен. Свая, как твои впечатления? Нормально, море нормальное. Водичка вообще, конечно, холодненькая, но вообще, когда купаешься, ну просто вообще айс, вообще классно. Вась. Вот только что на море мы со Славяком словили краба. Он еще живой и даже шевелит клешнями. Прикольный. Мона, Федя, у меня 5 карт. Число. Не надо приближать ему. Дима! Не больше даже одной вилки. Один удар. 4 вилки. 4 вилки! Ребята! А что за козырь? Снимаем мы все! Стали слабыми. Не надо, мне Вена сейчас убьет, перейдет. Иди, собака. Молоди в сторонке, если мне не будет. Дима, ты ходишь на сбесе, на вашу прыгать. О, какие карты, я никому не покажу. Крест. Дима, самые козырные, походу. Да. О, нормально. Самые четкие. Татьяна, такое интересное видео. Да иди, стойте. Покажи свой паспорт. Так, вот так вот, сделай так. Сначала ты не умеешь, а? Сначала я подкидываю, а потом уже... А у тебя еще за карты? Потом он, потом ты. О, у него самые, четкие. Теперь Хлебушка, помахай в камеру. Да ну, блядь, ты лох. Хлебушка, такой бумбай, бумбики. Дюшик. У Боди плохие карты, Да быстрее, давайте, решай. А теперь предлагаю послушать мнение Курочкина Димы и Матяша Данила о соревнованиях, о боях и в целом обо всем на свете. Короче, приятного аппетита. Спасибо. Ляпнул пацана первого раза. Судьи нормальные тоже. Сразу победу отдали. Вовремя. Это правильно. Пацана инвалидом не сделал. Ну, я хотел тебя. Я с таким столкнулась впервые. Я просто не понял. Знаешь, настроилась, нашел так все красиво. Тихо. Отбой прекращают. Рассказывай. Это интервью Лены. Как ты до такого докатился, что ты человек инвалидом? Ну, меня не надо. Ну, я не ожидал, что он... Ты пацана испугал. Пацану за бабки надо отвозить. Зачем ты его так бил сильно? Не, ну бывает. Зачем ты его так сильно бил? Надо, ну, подготовленным выходить. Пацан новенький, наверное. Надо глазами только посмотрел, да? Я настраивался просто на нормального пацана. Не, надо было место ему получше выбрать, да? А то на какой-то кушетке. Нормально. Тачким боксом занимается только нормальным пацаном. Привет, Данил. Привет, Стас.
Поздравляем тебя с успешным выступлением на чемпионате Украины. Расскажи, пожалуйста, о своем бое, который ты провел сегодня. Ну, я дрался хорошо, я думаю, мою. Ну, сопротивник был высокий, тяжелый, сильный. Ну, ты очень постарался и провел очень красивый бой, нам всем понравилось. Скажи, пожалуйста, как ты отреагировал на решение судей? Ну, я думаю, они правы. Потому что главный судья Лавренко мне сделал 2 замечания. Из-за этого, я думаю, я проиграл. Ну, не расстраивайся, мы желаем тебе дальнейших успехов, ты обязательно победишь.